Обычно в полуфинале все бегут немножечко быстрее, потому что тяжело попасть в финал, а в финале, ну, уже как получается. Конечно, был такой прессинг на меня, что немного не получится или получится медленнее, но удалось сделать все, что планировала. Но все-таки это первое золото на главном старте в моей карьере. Это, наверное, одна из самых приятных завоеваний, я не знаю. Вот, и хотелось бы, конечно, сказать всем спасибо. Всей Беларуси, всем, кто смотрел, всем, кто болел. Спасибо, ребята.